Там есть квест на убийство. Короче, надо мне убить троих на резерве в голову. Троих на берегу в голову. Убить всецело со 100 метров. Ну, со 100 метров все это. Со 100 метров убить еще 12 типов в голову. Там туда-сюда эти квесты пересекутся. И потом у меня откроются 61-е патроны. Вот. На сегодня примерно такой план. Конь ближний, да, был? Я не понял, просто попадание. На крыше коня сидит один. А, ну вот. Ой. Залег, залег. Готов. Хорошо. В голову хоть? Да-да-да, конечно. Прям на крыше коня, там, где антенна стоит. Блять, что-то ко мне идет. Кто ко мне подошел под самолет, под звук самолета. Чел, ну ты мне нужен со 100 метров. Зачем ты пришел сюда? Он еще и за пулемет сел. Вот выдумщик. За пулемет убил я его. Блять, на крыше! Сука, как вовремя? На какой крыше? Белого коня убил. Гребаный тайминг, бля. Да, с этим, с раптором. Сраптор, это одно слово причем. Сраптором. Понял. Ладно, вроде никого. Я пойду на перронах покушу, не убейте. В депо? На крышу депо! Зашел внутрь. Шел. Зашел внутрь, да. Кто где? Я в подвале. Ты его попал по нему, не? Наверное, разочек. М1 атом и все. Прыгает дед. Внутри, да? Угу. Убил тебя, Артём? Нет, я живой. Мне херово. Со стороны... Ты там кидаешь гранату ему? Нет. Я стою просто. Слева сразу, у меня в упоре почти. Он со стороны белой будки от забора, понял? Лежит, это хилится. Второй, это второй. Понял тебя. Блин, вот жалко этому голову через железку не пролетело. А так красиво ему попал. Вот, кстати, выходные. Смотрите чат. Кто оружие скидывает? У белой будки еще есть. Убил. Блять! Он сбежал в кусту! Да. Видите, считай, с вышки пуля пролетела через железную херню, через техно-Николь этот, и пробила его. Жалко в грудак, походу, блин. Окей. Да. Интересно, это их товарищ или нет? Видно. Да, скорее всего. Скорее всего. Я в комнате только пришла. Стой, на выходе, короче. Блин, вот 105 метров, но не в голову ему попался. Что такое? Как было бы красиво, если в голову залетело прострелом. Пальчик. Глушак. Опа, есть цель. Глушак где-то на казармах Меченых. Ну, где, короче, где Меченка. Так, куда ты делся, друг? Если что, я тут по боку стреляю. Ну, куда ты делся-то? Смотри, Шитаныч, в ту сторону. Ход твой клиент. Вышка КПП есть, челик наверху. По боту кто-то стреляет с дронов. Кнопка. Это
вход, но кто-то включил кнопку. Да, вижу. Голый Юсек готов, по-моему. Включал эту хрень. Да, да. А, чел стоит на вышке ТП, открыть. Понял, понял, понял. Сейчас, сейчас, сейчас. С левой стороны от нее. Меня целит. Он меня увидел, может целить сейчас. Прям открытой стоял с левой стороны. Готов, готов, готов. Хорошо. Забайчина, проверяй. Отлично, забайчина. А, нет, в голову он попал. 92 метра, сука. В бегущего типа на ходу в голову 92 метра. На серьезно, блин. А все. Опа, вижу. 87 метров. Так, чел, только не уходи, блядь. Только не уходи. Я сзади тебя иду, блядь, в строке. Есть один. Вот я рядом где-то с тобой справа. Но это не калаш вообще, это Мосина. Вижу второго. Есть второе. Что, бот орёт? Бот там орёт. Да, да, да. Хорошо, где ты, типа? Он был тут. А, вот. Что они кучненько лежат там? Можем под мостом сейчас идти. А, так вот калаш. А вон кто-то лежит у камня, нет? Вот, я убил калашиста. А МПХ? А, он убил типа с МПХ. Вот оно. Он же засчитал их, я надеюсь. Одного? Блять, там походу опять вот 90... Вот чат, там 99 метров, я вам говорю. Я только одного, прикинь, засчитала. Второму не в голову попал, что ли? В голову? Я говорю, там походу 99 метров опять. 99-99? Они будет? Сидели же вот рядом. Одного засчитала, второго нет. Что ты за человек, блин? Игры. Вид сегодня еще класс показывает. Мастер-класс просто. Ну, я пришел, я сейчас... 98,2. Два чевака заходят на Норвинский. Вот твои. А, они у воды. Блять, и по мне еще болтовка летит с Норвинского. Один в Норвинском где-то сидит. А эти у воды, где кабинка с нычкой. Возвращаюсь к камням, буду Норвинск смотреть тогда. Блин, ну тут нет 100 метров, чел, уйди, уйди, не подходи ко мне, бля. Один к заправке прям подошел. Уходи, чел, не подходи так близко ко мне. Один во дворике сидит в Норвинском. Сколько до туда метров? 58. Блин, серьезно? Вы там на камне прыгаете? Да, да, да. 87, 90, 93, 94, 95. О, 100. Короче, на каменный тут надо. Минус один. Тебе прыгать надо? Одного еще осталось. Бежит, блядь, с Норвинского. Слишком близко. Не могу пока работать. За геликом там, по-моему.
На въезде в Норвинске за геликом. Да, он прям под ним лежит, по-моему. Да-да-да, за ним сидит. Сколько тебе, туда? Кстати, 88, ни хрена не хватает. А от меня, если ты выйдешь. От тебя, да, должно хватить. Давай ко мне. Я пока сижу, смотрю. Так, а если так, 100, 119, отлично. Идем на островок. Есть, готово. Бил? Да. Хорошо. Отлично. Тут реально операция. У меня с собой споттер. Маленький ганс, хорошая эргономика, с теплаком, блин, снайперка. Все подготовлено. Да, я справа ждал, чтобы его просто спугнуть хотя бы на тебя. Куда? Руки выйдет. А, этого... Бля, еще есть! Где? Я не знаю, в кусту. В кусту на перекрестке, я минус. Чего, блядь? Парень, подходите. Ёпта. Там все это время какой-то профессионал в кусту сидел. Етить! Ну хотя бы квест, хотя бы квест сделали, блядь. Че, они не сидят на шаре? Так, два типа. Нельзя их убивать, нельзя. Надо вот на эту крышу залезть и с нее их убить. Давайте их напугаем сперва. Чтоб они никуда оттуда не делись. Который на люке вышел. Это не было 100 метров, походу. Но мне пришлось это сделать. Так, 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 так. Как он переживает попадание в голову? Чат, у вас есть объяснение у кого-нибудь? Ну, до туда... Вон, они двое убегают. Только не убегайте сильно далеко, друзья. Готово, чат. В то же время. Клановский причем. Ёб твою мать, чел, чё у тебя за оружие? На тебе квест. Не убили-то. Блин, еще пятерых надо убить в голову. Не в голову, то есть, а просто со 100 метров. Убить 5 ЧВК. По сути, можно это сделать, кстати. Так, есть засвет. Есть. Вообще супер неожиданно для него, по сути, должно быть. Прям всматриваешься в каждый куст, в каждый куст, в каждую елочку. Так, 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 так. Кто-то убил его. Вот он, вот он, вот он, вот он. Так, чел, ты пойдешь лутать его, я надеюсь. Сходи, полутай. Двое. Ой-ой-ой. Так, ага. Ага. Ну куда, 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 куда? Стой, 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 стой. Куда ты залез? Алло. Ой, хорошо. В смысле? Чел? Не пробил каску? Да, ты... Не хвалить, да, но...
Друг? Ты меня удивляешь? У него, походу, с набалдашником эта каска. Во! У него кашка там 6 класса, судя по всему, с этим. С херней, которая ставится поверх шлема, поняли? Охренеть она впитывает, конечно. Неожиданно прям. Хорошо. Да, каска, смотрите, вообще разбитая в хлам. Походу, я реально в каску прям попадал. Интересно. Ты забыл про нее вообще. Так. А, все засчитаны. А, первый чел это был бот. Ёптыч. То есть бот... залез на второй этаж в медичке. Охренеть. Вот, на 5-й минуте, видите? Они лазят на второй этаж МЧС-ки будто. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.